Привет всем, это Вячеслав, канал Кибай. Сегодня к нам привезли на ремонт пульт КГБ, модель TFX3. Проблема у владельца в том, что поврежден дисплей, и нужно заменить дисплей. Пульт сам по себе работает, только не видны символы. Сейчас продемонстрируем, что дисплей поврежден. Вот, получается, поврежден дисплей. Что мы будем делать? Мы возьмем другой, такой же дисплей, выпаем старый дисплей, демонтируем и впаяем новый дисплей и покажем, как он будет. Мы демонтировали данный дисплей, вот так он выглядит. Далее мы впаяли новый дисплей в пульт, сейчас продемонстрируем, как он работает. Когда мы вставляем батарейку, все символы загораются и пульт работает, выдает радиосигнал машине. Если у вас возникли проблемы с пультами КГБ, Starline, Alligator, либо Magikar, Pandora, либо другие, то можете обращаться в нашу компанию IT-Buy, мы вам поможем.